Привет, мои хорошие! Ну что, мои 55 лет. Что я вам хотела сказать? Большое-большое спасибо за все поздравления. Очень было приятно и в Одноклассниках, и в Инстаграме. И везде меня поздравили с днем рождения. Где только можно. Телефон не давал покоя. Столько нужно было готовить, столько было гостей, столько всего было. И невозможно было просто отвечать на все звонки. Все в цветах абсолютно. Все, я уже вам показывала в сторисе. Все в цветах. Всем большое-большое спасибо. Вот такая бывает. Всякое разное бывает. О, во все платья в 55. Уже этим платьем лет по 10 хвастаться нечем. Ничего нового почти не покупаю, но платья все мои, все, которые я люблю, цыганские, да всякие. Вот такая. Ну, а это моя рабочая униформа домашняя. Тапочки, носочки потеплее, холодно уже становится, и кофточка посветлее. Все, это мой рабочий инструмент. Моя рабочая униформа. Что, мои хорошие? Буду прощаться, маленькое такое видео. Все написали такие хорошие слова, что соскучились, хотели Аленку бы увидеть или услышать. Ну вот, услышали. Аленка живая передает вам пламенный большой привет за поддержку, за внимание, за позитив, за настрой положительный, чтобы у Аленки все было хорошо. У Аленки все будет хорошо. Обязательно. Всем пока-пока. Близких своих забываем порою, за делами, заботами годы бегут. Только кто я без вас, чтобы было со мною? Это счастье, когда тебя любят и ждут.